Привет, с вами Лиза Блогер. Смотрите, мы садим лаванду. Вон Гарри покопает. Тут бутылка. А Лизочка, это она. А Гарри, блогерша наша. Блогерша. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Если вам интересна дальнейшая судьба нашей лаванды, смотрите нас в эфире. Вот так. Присылайте лайки. Здрасте. Вот здрасте. Как я это откопаю? Фух. Такая наша работа. Садить лаванды, цветы поливать море. И многое чего другое. Ну что-то типа проводов пошел или нет? Это не провода? А, нет. Да, это кости. Вот что это камень был. Наступает самый ответственный. Так проходят наши веселые дни. Можно еще потом полить. Хорошо? Я кому? Я ж один тут. Сам себе разговариваю. Да. Один трудно быть. Лавандочка, миленькая, исполни мое желание. Я хочу, чтобы я создал машину времени и телепортации. Пожалуйста. Вот, теперь точно магическая. Лаванду-то подарили. Вот и все. Теперь точно приживется.